С самого утра в Каспийске на территории Анжи-арены собрались желающие принять участие в оздоровительном велопробеге, приуроченном празднику День России. Испытать свою выносливость решили не только взрослые, но и дети. Утро в Каспийске начинается спортивным ладом. Сегодня десятки каспийчан возродили на себя флаг России. На своих железных конях проедутся по основным улицам города Каспийска. Проводится велопробег в целях привлечения молодежи к данному виду спорта, который, несомненно, набирает популярность благодаря подобным мероприятиям. Велопробег имеет оздоровительный характер. Это не соревновательный, так как мы сегодня празднуем День единства народа и решили в таком ключе провести мероприятие, чтобы люди не соревновались друг с другом, а просто провели сегодня утро с пользой для себя и для окружающих. До начала старта участники поближе познакомились друг с другом, обговорили маршрут, прикрепили флаг страны и уже подготовились к велопробегу. Перед началом пути ко всем присутствующим обратился заместитель начальника управления культуры города Каспийск Набий Залов. Во-первых, всех с праздником поздравляю. Сегодня от лица администрации, от главы города Бориса Ивановича Гонцова, всех наших горожан с праздником Днем России. Это один из самых главных праздников в году, который дает нам не забыть о том, что мы великая родина, которая будет всегда стоять на рубежах везде и поддерживать свою землю. И вот долгожданный старт. Участники сели на велосипеды и направились покорять главные улицы города. От территории Анжи-арены до финишной локации у фонтана «Сердце Каспийска», где их угостили свежими фруктами и вкуснейшим чаем из самовара.